Каждый человек имеет право на ужасную стрижку раз в своей жизни. В идеале, этот период должен прийтись на момент между 10 и 17 годами от роду. Тем не менее, подобное случается даже с теми, кому гораздо больше. Чтобы вы смогли обезопасить себя от фатальной ошибки, мы собрали 10 стрижек, от которых лучше воздержаться. Впрочем, если очень хочется, то можете рассматривать эти примеры как руководство к действию. Пучок. Времена группы Tokyo Hotel давно прошли, так и вам пора распрощаться с такой прической раз и навсегда. Конечно, пока вам не исполнилось 20-25 лет, это приемлемо, но потом напоминает о том, что ваши ценности зашли в тупик. Горшок. Поветрие из глубины 80-х, стрижка горшок стала самой странной прической всех времен, надежно укрепившись на головах гик-икон вроде Анакина Скайуокера. Конский хвост. Дикое, иммортализованное движение мужчин, которые носят такие прически, сделало конский хвост классикой дурновкусия. В 80-е на короткое время такая прическа стала популярна, но только для того, чтобы вновь рухнуть пучину деревенского шика. Шторы. Что может быть печальнее, чем взрослый мужчина с мудрым лицом и прической Курта Кобейна? В подростковом возрасте это может быть уловкой для маскировки угревой сыпи, но вот в зрелом возрасте увлечение гранжем выглядит весьма сомнительно. Стая чаек. Массивные локоны, причудливо уложенные на голове на манер взлетающей чайки, последнее пристанище оригинала всех мастей. Прическа-гребень, выполненная в максимально нелепом стиле, может стать отличным дополнением к костюму в стиле синти-поп. Иглы. Ежик, приведенный в вертикальное состояние при помощи вспомогательных средств вроде воска или геля и торчащий отдельно слепленными иголками, по уровню ужаса превосходит даже парня с иглами из лица, из восставшего из ада. Скалет. Эта прическа названа вовсе не в честь агента Скалли, а потому что голый череп с прилипшими по бокам волосами. Прическа, которая идет даже мертвецам. Это стало понятно после выхода баек из склепа. Но прическа продолжает появляться на головах пожилых рок-звезд. Эмо-челка. Переговоры о возвращении 2007 года идут вовсю, но это не значит, что вы всерьез должны отражать это на своих волосах. Оставь светлую грусть и печальную эмо-челку прошлому. Маллет. Самая чудовищная стрижка всех времен, которая до сих пор не может умереть в веках, так же как это сделали вирус оспы и камчатские ламантины. Афрокосы. Прическа для футболистов 90-х не должна возвращаться в жизнь никогда. Конечно, если вы не темнокожий хип-хоп исполнитель. И напоследок народная мудрость. Мужчину, который ни во что не верит, спасет женщина, которая верит в него. Ставим лайки, подписываемся на канал Тихон Шоу, рассказываем друзьям и всем спасибо.